Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. И любовь моя со всеми вами о Христе Иисусе. Аминь. Первое послание к Коринфянам, последняя глава 16, последний стих 24 святого апостола Павла. И я вас приветствую, братья и сестры, этими словами. Продолжим слушать песнопение канона Евхаристии, «Милость мира номер один», музыка старорусского «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Прощаемся с вами до завтра, братья и сестры. Всего вам доброго. Храни вас Господь. Братья и сестры, приглашаю вас на предстоящие выступления нашего хора. Наши концерты проводятся в формате концерт-лекции. То есть перед каждым произведением я что-то говорю о музыке, о содержании произведения, об авторах и так далее. 11 августа. Зал Третьяковской галереи. Концерт в преддверии Успенского поста посвящен земной жизни Пресвятой Богородицы. Песнопение в честь Богородицы и песнопение праздника Успения. Дворец культуры «Чайка», ближайшее метро, станция Семеновская. Песнопение в честь прошедших праздников Рождества Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня и русские народные и военные песни. В сентябре, когда мы отмечаем День города, вспоминаем и Бородинскую битву. И 27 ноября – это театр «Золотое кольцо», там, где было выступление у нас в мае, тоже в преддверии Рождественского поста, песнопение из литургии святого Иоанна Златоуста, накануне память которого празднуется рождественские песнопения, и русские народные песни, которые вы еще пока нигде и никогда не слышали. Ссылочка по нашим концертам приводится внизу.